Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Помощник обнародовал данные о самочувствии госпитализированной Ахиджаковой. 9 января СМИ сообщили тревожную новость. Лию Ахиджаковой с утра стало плохо. Актрису срочно госпитализировали. Она рассказала медикам, что ей не здоровилось уже несколько дней. Тогда врачи испугались, что актриса могла заразиться коронавирусом. Тест показал положительный результат. Сейчас Ахиджакова находится в палате. Медики внимательно следят за ее состоянием. Родственники Лии Ахиджаковой и ее близкие все эти дни хранили молчание. Как сообщает Москва-24, пару часов назад заговорил представитель звезды, поспешив успокоить всех переживающих. «Она чувствует себя хорошо», — поделился инфоспектор. Уточнять информацию о выписке он отказался. Лия Ахиджакова – популярная советская и российская актриса, лауреат Государственной премии РСФСР. Братьев Васильевых, покорившая сердце миллионов людей своим талантом и чувством юмора. Она подарила миру любимую всеми секретаршу Веру из «Служебного романа», Ольгу Павловну из «Москва слезам не верит» и еще множество легендарных образов. Недавно артистка раскрыла некоторые тайны фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Она призналась, что продолжение популярной картины, снятое Тимуром Бекмамбетовым, ей не понравилось. Она отказалась сниматься в картине даже после обещания Константина Эрнста подарить ей квартиру за 2 съемочных дня, а также 50 тысяч долларов от продюсеров фильма. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.